Здравствуйте! Сегодня мы подводим итоги укладки кирпича облицовочного вокруг домика. Ну, работа уже завершена, как вы видите. Специалисты уже уехали. Ну, от их имени проводим анализ и выясним, что было очень хорошо, какие были недочеты, какие возникли проблемы. Ну, начнем сначала. Значит, приготовление раствора. Раствор готовили как обычно, значит, 1:3. Использовали песок. Песок при этом мы его не сеяли. Ну, здесь маленькие камушки попадают, но это нормально. 1:3. Значит, как особенности можно сказать, что я это не знал, вот мне специалисты подсказали. Значит, при подготовке раствора добавляли жидкое мыло. Как они говорят, можно добавлять любое пенящее средство для того, чтобы, значит, песок не садился и легче, пластичный был, легче было ложить. Пройдемте, посмотрим дальше. При укладке, значит, кирпича, значит, мы решили, значит, сделать вот небольшой рисунок. Рисунок, в принципе, такой очень распространенный. Посмотрели, посчитали, что очень много. И я думаю, что неплохо получится. Вот рисунок над дверью, над окнами, значит, тоже сделали вот рисунок. Такой предложили ребята. Значит, и над окном рисунок. А в завершении вверху дали полоску. При укладке кирпича использовали арматуру 6 мм, через каждых 4-5 рядов, значит, армировали. Плюс к этому, значит, вот кладка, которая, значит, из пенобетона была. Здесь вот видите, вот арматура, вот арматура. Здесь тоже арматура через каждых 3 ряда. Вот этой арматурой, значит, связывали с кирпичами. Она, значит, по швам немножко не подходила, где-то подгибали немножко и связывали. Но когда связываешь арматуру, лучше, если арматура будет выше кирпича. Легче загибать и лучше получается. Ну, сейчас пройдем. Здесь формирование понятно. Плюс еще, значит, уголки. Ну, это, наверное, излишнее было. Вот укладывали вот такие уголочки. Значит, тоже шестерка проволока, где-то через каждых 3-4 ряда дополнительная проволока была в уголке укладана. Вот, значит, все, пройдемте, посмотрим. Укладывали облицовочный кирпич. Вот видите, основная, значит, стенка. Здесь вот утеплитель. Здесь сделали, значит, такой просвет. Воздушное, получается, пространство. Она лучше будет и тепло держать, и в то же время меньше будет потеть. На этой стенке мы, значит, предусмотрели, значит, место крепления для счетчика. Здесь вот шпильки на 8 поставили, и здесь вот шпильки поставили. Здесь будет проводка проходить, счетчик укрепится. Не надо будет дополнительно сделать отверстие, чтобы крепить его. Она уже стационарна. Но вот при работе с красным кирпичом мы видим вот здесь вот белые выступы соли. Но специалисты сказали, что со временем это уйдет. Можно водичкой убирать. Ну, один из них посоветовал, говорит, кока-кола попробуйте. Ну, не знаю, попробуем кока-кола. Ну, наверное, будет дороговато. Вот лицевая сторона. Кирпич. Я первоначально, хотел этот кирпич уложить под раскладку. То есть этот шов должен быть глубже. Ну, мне посоветовали под расшивку. Ну, я считаю, что достаточно хорошо получилось. Красиво. Если еще, вот я говорю, вот эти соль убрать, а со временем мы уберем ее, будет очень хорошо. В завершение скажу, что мы работали, значит, с полуторным кирпичом. Но единственный вот недостаток, скажу, что при работе надо... Перед началом работы надо очень хорошо посчитать. Мы вроде посчитали, но как результат, вот смотрите, сколько осталось кирпича. Здесь 1,5 поддона, наверное, осталось кирпича. Хотя, здесь по кирпичам бывало, значит, и кирпич попадался со сколами, там, с трещинами.
Но при расчете надо немножко побольше брать. Побольше, но не побольше, чем я на поддон. Это было очень много, было побольше взяло. Значит, бригада работала очень хорошо. Специалисты очень хорошие. Если кому понравилась эта кладка, пожалуйста, обращайтесь вот по этому телефону. Они выполняют работу любой сложности, работают очень быстро, качественно, добросовестно. Все, до новых встреч.